Друзья, привет, мини-моби. Скажи, пожалуйста, как тебе итальянцы? А как тебе сейчас Индонезия, которая играет на сцене? Подожди, как? Они с крисами играют, что они могут? Один крис, один шотган и три ауга. Ну там крис все и рубит. Смотри, какая стопа. На самом-то деле, ребят, на сцене стоят плазмы, но я не знаю, зачем они, потому что на плазмах игроков ничего не показывают. Наверное, не смогли сдублировать или слишком слабые компы, чтобы это сделать. А, там видно вентрилы, их растянули как вторым монитором, но этого нет. God Hand, пару слов. Перу днище, короче. Да, Перу слабенькие, да? Они могут подстроиться под игру против крисов. Но они 4 раунда подряд делали один и тот же сплит. Там вообще не нужно трогать винт, где стоит этот двурукий дятел. Против них оптимальная атака — это выходить в фул компании на и стреляться прям с альфи с этим винтом. Когда вы играете в США уже? У них все там машнят, у них какие-то технические проблемы, короче. Мы это готовы начать здесь сейчас. Карта, ну мы уже знаем, какая карта будет. ДЦ, вы в атаке, да, мы это знаем. Но самая-то главная игра, вы знаете, она будет следующая на сцене у вас. С Таиландом. Переживаешь? Нет. Чуть-чуть, ну хоть чуть-чуть, но должен, ты же не железный. Не знаю, что переживать, мы должны обыгрывать всему. По стрельбе, тактически, по опыту. Эту команду, в принципе, на прошлом мировом чемпионате обыграл только Инцискай. А что ты скажешь о итальянцах? Ну, ребят, первый опыт, наверное, мировых турниров, поэтому их строго судить не надо. Можно вспомнить также наше первое выступление на PIC, мы тоже оставили желать лучшего. Так что мало командных действий, много соло-выходов каких-то. Как тебе этот Джуно, индонезийский ТОС? Я, на самом деле, только сейчас начал смотреть игру. Я не знаю, кто своего поработил, наверное. Я тоже так думаю. Спасибо, God Hand. Привет.